Мы с вами, по сути дела, на войне. Мы, по сути дела, с вами воюем за свою будущность, за свою жизнь, за свои семьи. Никто не собирается нам чего-то давать. Это все надо взять. Деньги – это не самое главное в жизни. Мне вчера рассказали историю. У меня работает человек, у него брат богатый, очень богатый человек. Живет в Китае, сам с Украины, живет в Китае уже 10 лет, 3 завода имеет, быстро бизнес развивается, недвижимость по всему миру. 2 дома в Таиланде, один для себя, другой для гостей, для друзей. Вот дом специально для друзей, с большим бассейном. Принял такого же, как он, богатого парня в гости, тот прилетел из России, и девочка трехлетняя утонула в бассейне. Полные карманы денег. Не в деньгах счастье, согласны? Не это самое главное в жизни, но без денег мы никто. Когда встанет вопрос о спасении, нам надо чем-то спасаться. И это деньги. В Библии написано по этому поводу, что богатый имеет возможность спастись деньгами, если это надо.